Всем привет! Не удивляйтесь, что я включаюсь так поздно, потому что сейчас на самом деле ночь, уже больше 11 часов вечера. Но сегодня мы ходили на сожжение одной из фигур, которая находится недалеко от нашего дома. Мы уточнили, во сколько будет сожжение. Маленькую, сказали, будут в 10 сжигать. Ну, как вы поняли, сожгли ее почти в 11, а большая в 2 часа ночи, мы понимаем, что это будет еще позже. На самом деле это круто, это такое вообще адреналин, безумие, фейерверки, взрывы, петарды, огонь, конечно, сгорело на все это очень быстро, но эмоции просто нереальные, потому что, ну, мы первый раз на таком зрелище, это очень интересно, дети тоже с большим удовольствием посмотрели, они как бы, конечно, как мы побольшую, но они не выдержат, это в 2 часа ночи, соответственно, это, скорее всего, будет еще позже. Как мы поняли, подготовка была очень достаточно долгая, пока все отгородили, пока все приготовили, пока там эти все пиротехники бегали. В общем, все это очень достаточно затянуто, так сказать. Народу было, ну, так, прилично. На самом деле масштаб, конечно, поражает, хотя это как бы обычный район, обычная улица, в центре там, наверное, вообще безумие творится, но судя по фотографиям, по инстасторис, вообще как бы туда с детьми, наверное, совсем не вариант идти, потому что там нереальное количество людей, и очень тяжело проходить, с детьми-то вдвойне тяжелее, это надо за ними смотреть, надо смотреть за вещами, в общем, это небольшое такое безумие, в котором мы пока не готовы поучаствовать, возможно, если бы мы смогли сами выбраться, мы бы сходили, но пока вот так, в общем, поэтому мы сходили недалеко от нас, недалеко от дома, посмотреть хотя бы на маленькую, чтобы и мы, и дети, в общем, нам очень это все понравилось. Вот, вы не забывайте подписываться на канал, и также смотрите, как это все было. Так что всем приятного просмотра! Я с по-моему оглохну. Thank you.
Это маленькая. Я вам в этом году покажу. Ну, в следующем году эти не удастся. Ну, так вот такие вот наблюдения с этого фестиваля. Надеюсь, вам было интересно. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч. Пока. Yeah.